Дорогие друзья, давайте вспомним о том, что в 17 столетии во Франции установилась особая форма государственного устройства, названная позднее абсолютизмом. Знаменитая фраза короля Людовика XIV «Государство – это я» имела под собой весомое основание. Преданность монарху считалась верхом патриотизма. На основе этих представлений сформировался новый стиль в искусстве – классицизм. Название «классицизм» можно буквально перевести как «основанный на классике», то есть на произведениях искусства, которые признаны образцами совершенства, идеалом как художественным, так и нравственным. Творцы этого стиля полагали, что красота существует объективно, ее законы можно постигнуть с помощью разума. Конечная же цель искусства – преобразование мира и человека согласно этим законам и воплощение идеала в реальной жизни. Вся система художественного образования классицизма строилась на изучении античности и искусства Возрождения. Обращаю ваше внимание на то, что из искусства античности был взят сам процесс творчества, который заключался в соблюдении определенных правил и пропорций в архитектуре и скульптуре. От эпохи Возрождения в живопись классицизма пришли сюжеты из античной мифологии и истории. Вершиной развития нового направления в архитектуре стало строительство Версаля, грандиозной парадной резиденции французских королей недалеко от Парижа. В создании проекта участвовали виднейшие зодчие Луи Лево, Жюль Ардуэн Мансар и выдающийся декоратор Андре Ленотр. Подчинение искусства политике явно ощущается в архитектуре Вандомской площади в Париже, сооруженной Жюлем Ардуэном Мансаром. Во второй половине 17 века классицизм стал официальным придворным стилем, служившим прославлению монархии. От скульптуры, которая украшала дворцовые залы и парковые аллеи грандиозных королевских резиденций, требовались не столько классическая строгость и гармоничность, сколько торжественность и пышность. Мастера стремились к эффектным, выразительным решениям, монументальным формам. Французская скульптура XVII века соединяла в себе черты классицизма и барокко, выявила глубокие внутренние родства этих стилей. На первый взгляд они кажутся противоположными друг другу, а по сути представляют собой разные пути к одной и той же цели. В 17 столетии основным центром развития живописи во Франции была восточная провинция Лотарингия, ее главный город Нанси. Большинство сюжетов картин художников имели литературную основу. Николя Пуссен стоял у истоков живописи классицизма. Пуссен разработал систему, названную позднее пейзажной трехцветкой. В живописи первого плана преобладают желтые и коричневые цвета, на втором – теплые и зеленые, на третьем – холодный и прежде всего голубой. В середине XVIII века европейское искусство вновь обратилось к античности, что объясняет несколько причин. Одна из них – достижение археологии. Начавшиеся раскопки Помпеи, древнего города в Италии, засыпанного пеплом при извержении Везувия, открыли удивительные по красоте и богатству памятники искусства и вызвали огромный интерес к античной культуре. Однако более важная причина кроется в распространении идеи просвещения. Просветители, размышляя о совершенствовании личности и путях переустройства общества, приходили к идеям, которые они видели в истории и культуре Древней Греции и Древнего Рима. Сложившаяся на этой почве стиль получил название неоклассицизм, то есть новый классицизм. Начало эпохи неоклассицизма положил новый проект фасада церкви Сен-Сюльпис в Париже, предложенный архитектором Джованни Никколо Сервандони. В его проекте впервые в XVIII веке появились строгие колоннады и арки. К античности, классической древности вскоре обратились и другие архитекторы. Почти каждый из французских скульпторов XVIII века работал одновременно в разных жанрах – в историко-мифологическом и в портретном. Отношение скульпторов к господствующим стилям барокко и неоклассицизму
также было весьма свободно. Один и тот же мастер с легкостью переходил от богатых украшенных статуэток в стиле барокко к монументальным неоклассицистическим композициям. В начале 18 столетия традиции классицизма развивал скульптор Бушардон. Самые известные его работы – «Фонтан Гринель» и статуя Людовика XV на площади Согласия в Париже. В XVIII веке резко уменьшилась зависимость художников от частных заказчиков. Главной судьей произведения искусства стало общественное мнение. Появилась художественная критика, задача которой заключалась в оценке произведения искусства с точки зрения всего общества. Первые критики – выдающиеся философы просвещения Дени Дидро, Жан-Жак Руссо и другие писали и о театре, и о музыке, и о живописи. Во Франции, где новые формы искусства возникали особенно быстро, важным событием художественной жизни стали публичные выставки – салоны, которые ежегодно, начиная с 1667 года, организовывала Парижская Королевская Академия живописи и скульптуры при поддержке двора. Успех в салоне означал для живописца или скульптора настоящее признание. Произведения для салонов отбирала особая комиссия академии. Участвовать в этих выставках стремились не только французы, но и мастера из других стран. И тут следует обратить пристальное внимание на Италию. Расцвет итальянского искусства наблюдается в XVIII веке только в Венеции. Типичнейшим мастером Венеции, выразившим ее дух, был Джованни Баттиста Тьеполо. Он пишет «Триумфальное шествие», «Праздничную толпу»,